Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы, Всадники Олуха. Так, девятый день, забираем 275 цветочков Фреи. И, кстати, если мы Фреи взяли, значит, нам должно хватить, в принципе, на получение сезонного приза, награды. Так, вот, 750, давай, заберем. Повезет. Опа, что-то, ребята, есть. И это у нас алая плеть. Эксклюзивный дракон сезона, ребята. Я получаю алую плеть. Наконец-то, наконец-то. У меня ее не было. Теперь будет. Разместить. Эксклюзивчик, да, значит, это у нас а где она? А, вот она. Потерял ее. Так, куда-то надо ее как-то... Ну, вот здесь, наверное, поставим. Ух, давай, алая плеть. Так, что там? Полетела сразу прокачиваться. Ну, в принципе, нормально. Пускай летит, прокачивается. Ну, а мы будем собирать пока сливки с наших драконов. Что они нам тут принесли? Что они нам тут добыли? Так, ну, понятно, тусклый янтарь. Другого и быть не могло. Так, древору этот еще у меня до сих пор собирает. Так долго. Так, здесь заберем пак. И смотрим. Шторморез, так, громоль, вострозуб и все. Последний пак, ребята, начинаем открытие. Кстати, сегодня паки соберем. И, думаю, два пака вождя планирую забрать. Так, здесь у нас ничего. Этот уже пришел. Сломанный меч плюс тусклый янтарь. Давай-ка иди дальше, пахай. Здесь у нас что? Здесь у нас рыба. Кстати, у нас это... А, с древесиной у нас завал. Ё-моё, я думаю, что такое? У нас завал по древесине. Так, молодец, пришел. Так, ну он за рыбой. За рыбу, к сожалению, трудится. А вот этот парень пойдет у меня за древесину пахать. Значит, нам нужна рыба. Рыбы нужно очень много. Вряд ли я смогу ее сегодня столько добить. Так, сколько там нужно? 350... Ага, древесина, все. Сейчас мы как раз соберем древесину. Здесь, здесь. Так, у нас, по-моему, тут вот. Блин, подожди, где я видел залежи-то? Залежи дерева-то где? Вон, вот здесь. Если это можно назвать залежи. Ну, давай тут тогда соберем потихонечку. Там сколько ему нужно? 350. Блин, буквально чуть-чуть не хватает. Есть. Ну что, давай, родной, трудись на благо. А у нас, кстати, 1000 железа собрато. А 1000 железа собрато говорит о том, что я могу прокачать домишку. Так, только найти бы этот домик. Так, ну чтобы не париться, мы сделаем проще, да? Обычно это делается как? Нажимаем, по-моему, на... Сюда? Или подожди, или сюда? Или даже сюда? Нет, подожди. Получить больше викингов. Вот, найти. Слушай, ветряная мельница... А, 150 всего дает. Слушай, смотри, у нас 3 ветряных мельницы есть. И еще 6 домиков викингов, которые мы можем прокачивать. 6... домиков викингов плюс ветряная мельница. 3 штуки. 9, ребята, 9 построек нам еще предстоит улучшить. 9 построек. Это 9000 железа. Это долго. Это, ребята, долго будет. Ну, что поделаешь. Так, забираем с тобой здесь руны. Ну. Так, фантамина. Какая-то еще фантамина там. Поиск башни. Так, он полетел. Так, кривоклык у нас. Ну, что там у тебя? Руны. Ну, руны, так руны. Давай, шея. Причем здесь шея? Клыка крив. Давай, идите бесплатно. Так, здесь всех озадачили. Давай не забудем зайти к Йохану. Нифига у него нету, у этого Йохана. Ага, беззубик. Беззубик нам дает это яйцо паршивое. Давай сражение бесплатно.
Угу. А я что, тусклый интерьер не повесил, да? Угу. Теперь повесил. Сезонный абонемент. Ладно, здесь заберем награду. И вот здесь 50 всего. Десяточки не хватит, да? Ну, в принципе, десятку мы набьем на арене. Так, теперь бесплатный пак. Ну, что нам тут? Громобой, крылатый ужас, шторморез и... чуточку наград. Загадочный, ребят, я потом смотрю уже в конце. Так, смотрим, есть какой-то? Ага, ребят, будет у нас событие, называется «Происшествие муштра наездников». Но оно будет доступно нам через один день, один час. То есть пока мы не сможем. Потому что только для драконьих наездников в данный момент. Но, по-моему, вот муштра наездников там неплохие награды. Если, конечно, чего-то не путаем. Давай просто найдем с тобой любовное письмо. Где оно тут лежит? Ты его видишь? Вон оно, на мостике. Все, любовное письмо забрали. Кстати, вот и награду мы с тобой зарабатываем. Ух, что у нас там? О, содержит элитных. Ну-ка, давай посмотрим. Так, душитель, шепот смерти, костолом, древоруб, шипорез, костолом, дикарь, алая плеть. Оу, алую плеть я могу еще, оказывается, и прокачать. Ну-ка, 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 ну-ка. Подожди, сейчас добьем этих вначале. Ну, понятно, гнездо свое тут отдал. Еще, да? Ну, давай заберем. И последнее, да, здесь. Невероятно, невероятная награда. Прям жесть, какая невероятная. И здесь у нас, ребят, освободилось место. Полностью подчистили. Что построить? Что построить? А, мост. Мост, ё-моё. Я думаю, что там построить? Но для этого нужно... А, ну вот. 2000 рун, ребята, нужно, чтобы нам добраться вон до той лесопилочки. Слушай, если мы доберемся до лесопилки, нам можно будет сюда дополнительных драконов привлечь. Слушай, ну как вариант. Как вариант. Так, 570. Мне хватит этой рыбы, чтобы отправить. 686 не хватает, а здесь 603, буквально чуть-чуть не хватает. Блин, а мне рыбу-то здесь взять-то неоткуда. Угу. Просто неоткуда. Твою налево. Ладно, давай отправлять тогда. И тебя придется отправить. 630. Всего чуть-чуть-то не хватает. 80 миллионов рыбы и все, ребят. А ее взять неоткуда. То ее дофигище, то ее нет вообще. Ладно, друзья, давайте мы, наверное, пойдем набивать паки. Кстати, алую плеть давай еще прокачаем. Но сильно-то мы ее не улучшим, потому что уровень-то всего лишь там маленький. Ее нужно будет прокачивать до какого-то определенного, да? Левла. Так. Вот, вот, видел? Видел, что написано было? Прокачайте ее до 24 уровня. Только после этого вы сможете ее дальше развивать. Тройную... Я не пойму, это тройной удар у меня там на учебе, что ли? Ну да, он на учебе. Ну все. Теперь, друзья мои, пойдемте на схватки. Будем драться. Набивать паки вождя. Я не понял, там что, парящий прихвостень был показан сейчас? Огнеплюй, бесявый, а. Давай с него тогда и начнем. Хотя и вот это тоже не сахар, не подарок. Фаербольщик. Блин, еще и с понижением брони. Хорошо, ребята, работают. Давай, барсик. А, я думал, что мой барсик начинает ходить. Но не тут-то было. Да, бьет, конечно. Тут даже не обсуждается, ребят. Да бьет только шорох.
Барсика трогать не буду, вот с этого начну. Так, на следующем ходу мы сможем хильнуться, если успею. Успею. Так. Блин, травление повесил. Да что такое-то? Возле носа что-то чисто. Ребят, мороз на улице был. Под тридцатку. Пока до дома дошел, думал, нос отвалится. Теперь чешется. Не, чуть-чуть, наверное, все-таки обморозил. Не удивлюсь, если он начнет еще лучше. Так, добиваем. Прекрасно. Так, второй у нас поединок. Но здесь большую опасность пока представляет вот этот пристеголовый. Кривоклык, в принципе, не такой страшный. Ну, вот этот, да, еще костолом. Огнеплюй. Может нам неприятности сейчас тут предоставить. Поэтому давай, наверное, переключимся на него. Как всегда, барсик мой бедный получает. Опа. Броню поставил. Ради бога. Он тупо пропустил свой ход. Он думает, что ему броня это поможет. Нет, она ему не поможет. Сделаем вот так вот. Допустим. Поехали теперь. Так, барсик еще немножко даже свою, как говорится, лепту воткнет. И хильнемся еще чуть-чуть. Вот и все. Вот его, ребята, огромная ошибка была. Лучше бы он, конечно, я бы с его стороны все-таки в тот раз добивал бы барсика. Но он этого не стал делать. Его проблемы. Ну что же, у нас третий, надеюсь, последний поединок, после которого заберем пак вождя. Если, конечно, выиграем здесь. Поехали. Само собой, начинаем с Кривета Дагура. В данный момент он здесь самый страшный противник. Поэтому нужно как можно быстрее его разнести. Потом, наверное, возьмемся за Кривоклыка. И, как говорится, на сладенькое уже пойдет у нас Лаварык. Так, звездярим сюда. Ну, с пониженной броней вообще идеальная цель для уничтожения. Блин, ну мог бы же немножко его докромсать. Я думал, что это сейчас щиты повесит, не стал. То есть не стал спасать Кривоклыка. Решил, наверное, энергию для себя поберечь, да? Вот сейчас, скорее всего, поставит, наверное, щиты. Скорее всего, ребят, посмотрим. Предсказуемый ты, предсказуемый. Но тебе это все равно не поможет. Уж извини, конечно, парень, но до свидания. Ну что, ребята, вот и обещанный пак вождя. Кстати, нам выпали два обычных ареновских пака. В последнее время что-то вообще, даже редкий пак очень выпадает редко. Ну что, давай смотреть. Шторморез, Кривет, Громоль, Парящий прихвостень, Рыцарь смерти, Кривоклык. Ребят, совсем немножечко, ну тут вообще буквально, сколько получается, 19, да? Да, 19 нужно. Точно 19? Ну да, 19 надо нам, чтобы прокачать его на 19 уровень. Так, ну а я отправляюсь на следующий, ребят, поединок. Еще три боя выигрываем и получаем второй пак вождя. В принципе, на этом будет и закончена сегодняшняя серия. Здесь начнем... Блин, ну в принципе правильно. С этого. Злобный змеевик. У нас классовое преимущество, поэтому сразу вынесли. Но здесь у него есть, видишь, душитель. Блин, он все-таки, вот я сколько, ребят, смотрю, ну все-таки мощный этот душитель. Он именно вот то, что он плюет, снижает броню. Но мне не прокачать до такого уровня, до 19-го. У меня не хватает, я не знаю, что мне не хватает. Не хватает этих карточек или как они там, опыта. А так было бы, конечно, прикольно его качнуть. Ну, если бы мне дали выбор, я бы все-таки, наверное, ветрокрылок стал бы прокачивать. Потому что ледяная заморозка — это что-то с чем-то, это топ. Считай, на целый ход вырубить всех драконов — это многого стоит. Угу, я смотрю, блин, парящий прихвостень. Ну что, поехали, с него начнем. Всегда, друзья мои, когда видите какого-то опасного дракона, и вы знаете его, как говорится,
сильную сторону, всегда уничтожайте его в первую очередь. Иначе потом будет плохо. Но если он, конечно, не страж. Если он страж, то вначале разбирайте всех, кто вокруг, а потом уже до него добирайтесь. Потому что стражи на той страже, чтобы их фиг уничтожить сразу же. Нифига вы, ребята, тут дали. Очень быстро запинали. Это все он виноват. Замедлил, понизил броню. Гадюныш, а? Ты посмотри, что вытворяет. Ну-ка, давай сделаем вот так вот. Пускай-ка он поработает на благо. Давай-давай, пыхти. Слушай, он даже по своим... Блин. Сделаю так. Блин, ты добьешь его хотя бы? Ну? Почти получилось у него добить. А давай сделаю так. Надеюсь, он не уничтожит с одной плюшки-то. Просто промахнулся. Вот нубас, а. И последний у нас, надеюсь, поединок. Но вот здесь, конечно, ребята, лютая получается команда, особенно из-за ветрокрыла. Так, ё-моё, это тоже же не просто так. Это же улучшенный ловец смерти, или как его там величать-то? У меня энергии не хватит. У меня энергии не хватит спасти нашего бедолагу. А он сейчас будет его бомбить. Пш, он еще и вырубил его на один ход. В общем, распрощались. Офигеть. Этот сейчас сходит просто, а этот заморозит, ребят. Вот и все. Все, что нам. Хотя ты знаешь, что мы можем делать? В слепоту его отправить. И я надеюсь, что он будет применять суперудар. Вот ты сейчас серьезно, ты вот специально. Я на него вешаю слепоту, ребята, и он тратит ее на что? На просто удар. Сейчас сюда хапнет, да? Ну, ты там, давай. Вот, молодец. Молодец. Уничтожай его. Так, следующая цель. В слепоту, ребята, его ставить надо. Обязательно ставить его в слепоту. У него энергия, что-то дофига как-то энергии копится. Потрать, потрать, правильно, потрать. И опять, ребят, его в слепоту беру. Тут нельзя расслабляться вообще. Нельзя давать ему ни единого шанса использовать свой суперудар в открытую. Иначе он всех заморозит мне и будет плохо. Ну, что там пыхтишь? Все, добьем. Давай, давай, давай. Там уже, видишь, в ничью шли. Ну что, друзья мои, второй пак забираем, открываем. Шторморез, так, душитель, громель, а тут экзотический дымодышащий, стальной проныра, молодая стрелка. Тысячу лет не было этой молодой стрелки, вылезла откуда-то. Так, сколько там у нас? 50 всего лишь. Эх, 20 бы очков и взяли бы еще одну награду. Ну что, ребята, в принципе, что хотел, то и сделал. Главное, что я успел все. Так, единственное, остается нам отправить остальных драконов, которые у нас тут стоят, без дела. Так, вот этого, наверное, ага, не хватает древесины. Не хватает древесины. Ну, давай тогда, раз уж нам, как говорится, терять нечего, рыбы нету, отправить не можем, будем тогда ее тратить на прокачку уровня. Так, ты там бесплатно заверши, пожалуйста, свое обучение. Алая плеть. Иди дальше качайся. Огнепек тоже пускай идет качается. Дрожезуб. И призрак Сноглтога. Все, друзья мои. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.